Сначала была война с котами. Затем на нас напали свиньи. Они сотрудничали как с котами, так и с нами. И ни одна из сторон не знала об этом. Но уже так выглядела карта о конце войны. Как вы видите, мы полностью захватили свиньи, а также дали котам их территорию и даже немного больше. Что же мы сделали с боевиками, которые воевали против нас? Мы просто выгнали их с их же земель и оставили им оружие и снаряжение. И что же они начали делать? Они превратились в самую масштабную террористическую группу. Но, к счастью, большую часть из них уже победили. Но кое-кто еще остался. И вот из-за них мне пришлось немного пострадать. Так. Что там у меня по запасам еды? Надо бы на рыночек сходить. Ай, какой же у меня неудобный матрас. Сейчас. Так. Сейчас пойду на рынок, куплю там какой-нибудь колбасы, может быть, или еще чего. Ну, все. Так. Стоп. Это какая-то коробочка. Ладно, возьму ее с собой. Так, что тут кто продает? Здравствуйте. Привет, хочешь что-нибудь купить? Да нет, спасибо. У тебя тут как-то дороговато. Хотя вот этот вентилятор неплохой. Так, мне, пожалуйста, вот эту баночку, не знаю, с чем она. Какой-то сырный соус. Ну, и, наверное, все. Вот, держите вот ваши денежки. Отлично. А мешок риса почем? 50 чикенкоинов. Может быть, 500 чикенкоинов? Ой, да, что-то я к старым сценам-то привык. Вот. А у меня уже несколько таких купили. Ну, ты, дед, даешь. По старым ценам все продаешь. Так даже дешевле было. Ладно, держи свои коины. И я забираю мешочек риса и пойду, пожалуй. Так, что же тут? Это что, какая-то кошка? Или... Ой, она мяукает. Может быть, она есть там хочет? Ё-моё, ты чё? Сейчас коробочку в сторону уберу. Так. Ты куда? Сейчас тебя поймаю. Ладно, надо бы её чем-нибудь подкормить. Ага, иди сюда. Ладно, сейчас я принесу тебе чего-нибудь похавать. Вот, сейчас. У меня где-то яблочко было. Вот, держи яблоко. Надеюсь, нормально. Так. Может быть, еще тебе чего-нибудь дать? Сейчас пойду, может быть, суп какой-нибудь сделаю. Или, не знаю, еще что-нибудь. Ладно, достану рыбу и сейчас. Так, вот идет. Приветик. Ладно. Ешь, ешь, не переживай. Ладно. Куда ты убегаешь? Хорошо. Оставлю тебе этот кусочек рыбы. Если захочешь, еще поешь. Ладно, ты ешь пока рыбку. А я пойду немного отдохну. Ой, так, ладно, пора на работу идти. Ой, это в коробочке лежит. Так, сейчас чуть-чуть я додвину. Все, пойду-ка я на свою работу. Так, вот, я вернулся домой. Господи, сегодня начальник просто зверь. Ой, ладно, надо поспать. Так,
Ну кого там еще занесло? Здравствуйте. Вы Владимир Чайковский? Да, это я. Значит так, вы должны за 5 минут сейчас собраться, вы едете в армию. Хорошо, можно взять с собой кошку одну маленькую? Ладно, бери, пока я не передумал, а то оставишь там где-нибудь. Хорошо, хорошо, все, сейчас соберусь. Ох, ой, не ждал я, конечно, такой подставы. Ай, ладно, сейчас ехать будем. Значит так, сейчас будем тебя проверять, твое здоровье, в принципе. Попрошу тебя выйти, я сейчас поставлю тут одну картинку, а ты должен будешь сказать, что на ней не изображено. И вот. Так, долго его еще ждать? Все, я поставил, выходи давай. Установи сейчас туда, куда я встану. Хорошо, так. Вот так, типа. Окей. Это санитар? Или... Да, это санитар. Знаете, мне не очень хорошо видно так-то. Вы уверены, что у меня хорошее зрение? Или... Да нормально у тебя зрение, все нормально. Вот у меня такое же, я какие-то очки ношу. Это типа крутости кто-то думает, надо специально очки такие. Итак, новобранцы. Сегодня у вас простая задача. Пробежать 3 круга по стадиону. Все идут за Чайковским. Солдаты, шагом марш! Фух, добежал. Вижу, все прибежали. Сейчас мы пойдем проходить полосу препятствий. Слушай, Чайковский, ты откуда? О, я из Курска. Понятно. Так, главное сейчас не упасть. Осторожно. Так. Ё-моё. И сейчас я... Ё-моё. Так, ладно, этот упал, а я сейчас быстренько. Так. Фух, отлично. Осторожно проходим, забираемся по лестнице. И осталось парочку ходов. Вот это лучше обойти. Так. Так. И... Блин. Так. Где генерал? Фу. Капец, блин. Чуть ноги не поломал. Так, мы сейчас идем на стрельбище. Там уже многие прошли, пока вот тут прыгали. Все. Синичкин уже туда пошел, поэтому давай иди. Так точно. Все, давай. В общем-то, как видишь, тебе нужно будет пострелять по мишеням и все. Поэтому сейчас Синичкин добьет последнюю мишень, и ты иди за калашом. Все, давай. И, пожалуйста, не трать мое время, давай побыстрее. Так. Итак, я немного пострелял и отправился в казарму. Что ж, привет, кошка, ну чё, как там у тебя всё?
Ничего не понял. Я так полагаю, ты была медсестрой, я видел, как ты с ней ходила. Ладно. Можешь, пожалуйста, не мяукать, тут уже один мой сокамерник спит. Слушай, ты бы утихомирил ее уже по-нормальному, а то я задолбался это слушать. Вот видишь, успокойся ты, господи, не мяукай. А то проспим завтра. Какой вкусный борщ. О, доброе утро. Сколько времени? Вообще. Во всяком случае, время было вставать еще давно. В смысле? В смысле, мы оба проспали, и нас заставят чистить картошку на складе. Твой завтрак не оставил, он у тебя в шкафчике. Как вкусно. Слушай, зачем ты вообще эту кошку с собой взял? Типа, в чем смысл, чувак? Да, просто решил взять, чтобы не было скучно. Понятно. Так. Слушай, а ты, случайно, не просто махаешь ножиком, делая вид, что ты что-то режешь? Нет, конечно. Например, сейчас что ты делаешь? Может быть, немного халтуры. Чё она тут ходит, картошку смотрит? Да ладно. Так. И так проходил каждый божий день. За исключением, мы не каждый день чистили картошку. Были разные наказания, но в целом они были редкими. Я очень хорошо подружился с этой кошкой, но в один ужасный день... в общем, так я и стащил бутерброд. Вроде неплохая история, да? Да, слушай, ты слышал сейчас что-нибудь? Да вроде бы... Подожди... Это что сейчас было? Я сейчас кое-что проверю. Может, не стоит выходить? А то, мало ли что. Да сейчас выйду, ничего не будет. Так, проверить надо. Стоп. О, Синичкин, это... На этом все бы закончилось. Но я оказался везучей Синичкина или той самой кошки. Где это госпиталь? Что я тут делаю? О, здравствуйте. Вы помните что-то, например, взрыв? Да, вроде помню. Большая часть вас была уничтожена. Нам пришлось все заменить на механические части. Теперь вы, можно сказать, Робокоп. Что тот киберг, что вы киберг. И что же я теперь могу? Вы можете много что. Ломать стены, у вас повышенная прочность. Вы хотите посмотреть, как вы выглядите? Сейчас я вам принесу зеркало. Сейчас можете подойти и посмотреть. Давайте, вставайте. Ох, как я такому перенес. Отойди. Что вы сделали со мной? У меня был другой клюв, другие... У меня были глаза хотя бы. Что это за наушники? Что вы сделали со мной? Фактически, это не я сделал. Где кошка? Где и все? Давай, говори. Где они? Полагаю, они умерли. Слушайте, у меня есть какой-нибудь ранец там или еще что-нибудь? Да, но когда вы его используете, у вас нагревается батарея. Это может негативно сказаться на вашем здоровье. Не советую ему летать прямо сейчас.
Ну что ж, спасибо за информацию. А я, пожалуй, пойду. Нет, стойте, но... Вы должны будете подписать одну бумагу. Я вас должен попросить... Слушай, пошел к эту сраку. Что ж, придем к основным событиям. Итак, я тут. Ну что, свиньи, сейчас вы получите по своей заднице. Ё-моё, чё они тут вообще устроили? Ладно, сейчас захожу и всех убиваю. Так, иди сюда. На тебе. Иди сюда. На. Ты... Так, кто-то спрятался. Ага, иди сюда, гадина, ё-моё. Как я ещё жив? Хорошо, сейчас пойду за угол. Так, осторожно. Есть там... Иди сюда, гад. На. Получи. Иди сюда, идиот. На. Так. Фух. Так, стоп, я что-то слышу. Нужно спрятаться. О, спрячусь здесь. Или так сюда. О, вот он стоит. На тебе, на. Ё-моё. Кажется, он врезался. Стоп, может им склад подорвать? Да, отличная идея, чтобы у них ничего больше не было тут. Осторожно заходим, нужно что-то подорвать. Берем бомбу. И... О, так, сейчас. Где? Похоже, это какой-то подвал. Ладно, сейчас... Расчищу от этих камней дорогу. Фух, ну и тяжело. Так, вроде я расчистил этот завал. Почему тут свет есть? Это как-то странно. Стоп, я слышу что-то. Кто-то идет. Стоп. О, здравствуйте, мама, вас тут как раз ищем. Пройдете за мной, пожалуйста. Долго еще ехать осталось. Извините, можно у вас на пару слов? А, да, конечно. Что такое? Подпишите вот эту бумагу. Что тут написано? Нет, я не соглашаюсь на эти требования. Хорошо. Стоп. Нет, я согласен на ваши условия. Что это было? Так вот, я не согласен на эти условия. Ладно, тогда положите эти бумажки вот сюда.